Неточная трехочковая попытка. Владимир Карпенко уже более уверенно из-под кольца. Все очки команды набрал только один баскетболист. Но вот у Химок случается сейчас именно так. И со средней дистанции забивает ЦСКА. Это Владимир Карпенко. Карпенко может обыграть сам. Пошел под кольцо. Скидка на периметр очень логичная. Евсеев, 3 очка. Да. Как по учебнику. Антон Корнишвили эту атаку раскрутит. Тут не классический пик-н-ролл. Вот здесь, да, Дмитрий Халтурин поставил заслон. И отлично сработали. Великолепен Владимир Карпенко. Будет сам решать, как думаешь? Я думаю, что да, это изоляция. Он трехочковый хочет. И осуществляет это Владимир Карпенко. Это единственная такая сегодня проблема для ЦСКА. Это реализация штрафных. Карпенко как проскочил вновь двоих оппонентов. И как мягко он подвешивает этот мяч. Да, этот человек реально сегодня лидер.